Сразу видно, мастер. Вот. Ну, долго ждал, но мы сразу договаривались, что надолго, да? Ну, качественно. Да. Ну, то есть, тебе-то как? Зашибись, нормально. Зашибись. Не, вообще, нет, честно, нормально. Все отлично. Я тебя куплю. Не пожалел, да. А ты не купил их? Я их заказал, они там. А, пока дойдут. Ну, в принципе, если поставить не сможешь, подъедешь. Они, наверное, должны так ставиться, мне кажется. Они сюда... Да, капот откроешь и сюда засунешь. Нет. Хотел человек продавать машину, но сказал, теперь не буду продавать. Пока да, пока сделали все отлично. Да, поставишь диски новые. Можно будет ездить, да. Диски, кстати, мы где-то показывали, но вон они лежат. Диски вообще шикарные. Да. Ну ты больше на диск. У меня диски. Диски, говорит, главное. Говорит, диски хочу показать. Диски, они... Тоже... Ну резину уже подберешь нормальную. Да, резину куплю, я сразу. Езди. Все, давай. Спасибо. Если что, подъедешь еще к нам. Обязательно.